Пирожкова. Папе 90 лет, если понимаешь, я бессовестно мало общаюсь с ним по телефону и на гастролях, понимаешь, но потом буду очень. К сожалению, у меня такая профессия, такая работа, 24 часа, как белка в колесе. Но это не оправдание, нашим вот этим вот невнимательным поступкам, к сожалению. Какой главный совет, может быть, вам дал Борис Михайлович по жизни? Может быть, как-то он... Слова, совет не говорили. Я смотрю, мне советы-то не нужны. Я смотрю на артиста и понимаю, что вот классно, вот это надо взять себе заметочку. Профессионализм, не в шмотке лишней, не в какой-то отделочке какой-то, а именно вот... Упомянули, что крайний раз были на похоронах у Людмилы Гурченко. И вот сегодня... Я не хожу на похороны, вообще я не могу. Для меня это после смерти моей мамы это большой стресс. Вот. Но есть люди, которым... с которыми я не мог попрощаться. Последний человек, который был в моей жизни, это Людмила Марковна. Да. Это мой близкий друг. Это... У них был дуэт как раз. Да, и до Борис... этого так получилось, что и вот... И Боря тоже не мог не прийти сегодня. Не мог. Каким вы его запомните? Солнечным. Солнечным. Белокурым. Я даже белокурый стал, как он. Спасибо большое, Филипп Петрович.